ты вроде взрослый мужик, помнишь, раньше по это по Волге теплоход ходил, там Дубовинская. А, помнишь? Ну я помню, да. Рома за штурмом. Лёха, ты во что там играешь? Готово, ребята, поехали. А Сандер? Захар, если что, просто выбивай, короче. Неплохой сезон у клуба. По результатам они постараются остаться в этой лиге. Ну и, кто знает, может быть, даже поборются за путевку выше. Мага Трафа. Впереди еще столько же игр. И будем надеяться, очков они подзаработают только побольше. Я хочу Ювена выиграть. Матч иди. Адебайо. Отличный сейв вратаря. Сохраняет игрок мяч в непростой ситуации. Адебайо. Варфан. Иванович. О, с мячом и продолжает. Опасно! Блокирует Мачиди. Я буду выходить и включать трансляцию, ты еще Варфан. Да я же тоже шучу. Шер. Я же центральный защитник. Мачиди. Это может быть опасная атака. Хорошо разобрался в ситуации защитник и перехватил эту передачу. Пас вратарю, болельщики недовольны. Отличный кросс! Защитник справился с задачей, мяч. Хорош. Пирло. Ку-ку, чужие ворота в другой стороне. Чтобы получить мяч, надо за него побороться. Мяч в непосредственной близости от штрафной. Из этого можно что-то извлечь. Какой удар! Пипец. И не получился удар. Подскочил мяч, видимо. Да, повезло. Голкиперу тут ничего не скажет. Они закрепились на чужой половине. Теперь надо грамотно ввести мяч в игру. Точно сопернику в ноги. Неудачно. Здорово, Адам. Нарушение, безусловно, было. И что решит арбитр? Да ведь не меня вроде. Удар поворотом.
Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Аут. Манданда. Фарфан. Посмотрим за этой атакой. Мяч на лицевой линии, его ведет в игру брата. Тотти. Ну-ка, ты... И как пробил. И что это? Гол! И исполняет, что называется, игрок. Буквально закатывает мяч в ворота. Откровенно издевательский гол, конечно, и сразу видна разница в классе конкретных футболистов. 1-0. Сейчас будет веселее. Адебайо. Перехват в центральной зоне. Джеро. Фарфан. Фарфан. Пирло. Очередная потеря. Браво. Лэмпа. Мачуди. Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Вратарь спасает своих, мяч в его руках. Прекрасный навес! Защитник блокирует этот навес. На фланге мяч перехвачен. Опасная передача. Ушел мяч. Аут. Защитник надежен, разрядил обстановку, дал возможность передохнуть своей команде. Адебайо. Да, над входом мяча из аута им явно стоит еще поработать. Мачуди. 2 минуты и прозвучит свисток арбитра. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Заканчивается первый тайм 1-0.
Арбитр дает свисток к началу второго тайма. Смотрим. Отличный удар. Ждем угловой. На очень неплохую позицию, но, откровенно говоря, удар-то получился корявеньким. Санчес. Главное, без нарушений. Матюди. Ударище просто. Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Это угловой. Штирлиц. Отличный чистый отбор. Адебайор. Тотти. Плохо сыграно, мяч потерян. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Фарфан. Есть поддержка партнеров. Отлично выбрал позицию и перехватил пас. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Судья фиксирует нарушение и вполне может наказать игрока. Иванович. Браво. Потянул мышцу он, похоже. Если это так, то ему, вероятно, понадобится замена. Пирло. Посмотрим, смогут ли они довести эту атаку до удара. Штрафная совсем рядом. Может, ну нахер от защиты, может, атаку поставить. Детская ошибка. Просто подарил он мяч сопернику. Тут все очевидно. Будет штрафная. Что-то у них травмировано. Головой на... Штанга! Гол! Есть! Спокойненько закатывает мяч в сетку. Издевательски. И Сережа то, тоже. Ему позволили это сделать? Позволили получить мяч, пройти к воротам и сделать то, что он сделал? Да, покуражился парень, но особо стоит отметить, конечно, его технику исполнения на высочайшем уровне. Ты куда убежал-то? Убежал куда? Они все разведут. После ответного мяча у нас 1-1. Бездарная передача. Мяч. А ну-ка давай, беги. Адебайо. Жера. Защитник перехватил передачу. Барфан. Есть варианты, куда сделать пас. Что-то с пасами сегодня у него не получается. Выключай. Еще к мяч в боковую линию. Можно было получше мячом разбираться. Может получиться интересная атака.
Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Пирло. Поровну команды владеют мячом, да и игра примерно. С тобой трудно не согласиться. Давай, Мамба, навешивай. Это удар от ворот. Нормально, нормально, нормально. Барфан. Адебайо. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Пирло. Какой удар! Он уже видел мяч в сетке, но защитник заблокировал удар. Это может быть опасная атака. Пирло. И тут может быть бьет он поворотом. Yes! Гол! Команда забила и ведет в этом матче. И снова расчетливый удар прямо в притирочку. И опять бил на Мамба исполнение. Забила. Сколько он уже таких голов в этом сезоне положил, а? После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Последующий пас. Будет момент. Защитник подальше. От ворот выносит. И снова мяч после его паса оказывается у защитника. Не первый раз уже сегодня. 5 минут остается до конца игры. И преимущество в один мяч ничего не гарантирует. Очень неприятная травма. Судя по всему, потянула мышцу. Перехват в центральной зоне. Вася, набеги. Мяч ушел вал. Мельдони, Мельдони. Адебайо! Хорош захват. Но оборона на высоте. Иванович. Гачуди. Как же вовремя защитник перехватил передачу. Тихо, тихо, тихо. Адебайо. По флангу, да. Иванович. Лэмпард. Санчес. Беги, черт. Черт. Ну что же, игра завершилась. Эта победа позволяет. Включайте музыку. Из зоны вылета. Да, и теперь станет чуть-чуть полегче дышать. Так, давайте 3 матча мне сыграть. Рома красавчик. Да, Захар молодец. Тотти. Ну-ка, ты можешь все! И как пробил! И что это? Гол! Матюди. Ударище просто!
Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Это угловой. Головой наносит удар. Штанга! А надо всемером, кстати. И тут может быть опасный. Ну блин, давайте три матча сыграем, ё-моё. Гол! Команда забила и ведет в этом матче. Да, да он завтра зайдет по-любому. Кто сфоткал? Нормально. А кто будет в Лиге Чемпионов играть? Ну, Лигу Европы. Игорь, я могу сфоткать. Надо? Не надо. Тотти. Ну-ка, ты можешь все! И как пробил! И что это? Гол! Мачуди. Ударище просто! Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Это угловой. Давайте еще с кем-нибудь сыграем, сейчас догоним. Головой наносит удар. Штанга! И как пробил. Гол! Снова равенство на табло. Нормально он всех навертел, конечно. Пирло. И тут может быть опасный момент. Бьет он поворотом. Гол! Команда забила и ведет в этом матче. Давай. Опасно! Блокирует он удар. Мачиди! Ну я тут еще, но я не буду вытворять руки. И не получился удар. Подскочил мяч, видимо. Да, повезло голкиперу, тут ничего не скажешь. Я бы убил кого-нибудь сейчас в Battlefield. Саня, а что ты в Battlefield не играешь? Тотти. Ну-ка, ты можешь... И как пробил. И что это? Гол! И исполняет, что называется, игрок. Буквально закатывает мяч в ворота. Откровенно издевательский гол, конечно, и сразу видна разница в классе конкретных футболистов. На
площади. Ударище просто. Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Это угловой. Головой наносит удар. Штанга! Гол! Снова равенство на табло. Спокойненько закатывает мяч в сетку. Издевательски просто. Но ведь ему позволили это сделать. Позволили получить мяч, пройти к воротам и сделать то, что он сделал. Да, Пирло. И тут может быть опасный момент. Гол! Команда забила и ведет в этом матче. И снова расчетливый удар прямо в притирочку. И опять бил на исполнение. Сколько он уже таких голов в этом сезоне положил, а?